Всем привет, ребята! С вами я, Красивая Ут, и сегодня у нас открытие ящиков на новом аккаунте, а именно на вашем аккаунте. Этот аккаунт будет разыгрываться на 50 подписчиков, и у вас есть время до 50 подписчиков, потому что как только наберется 50 подписчиков, я его сразу же разыграю. Я его каждый день вкачиваю. То есть сейчас я вкачиваю. Вот сегодня я играл на этом аккаунте, еще я не помню. Я сразу съемку запустил. Да. Ну вот, как вы видите, я вкачиваю его каждый день. Вот, играю. Так что у вас есть время до 50 подписчиков. Самые внимательные увидели в прошлом видео в шорте. Это видео было... Этот аккаунт был в гайде, типа гайда. Ну ладно, что это я болтаю? Смотрите, какие бойцы тут. Соглашусь, не очень бойцы. Скинов тут нет, как на прошлом аккаунте, но открытие я все-таки решил все записать. Длинные ролики. И напишите в комментариях, записывать ли мне еще длинные ролики. Так, давайте откроем маленькие ящички. Почему бы и нет? С них нам точно ничто не выпадет. Ну что я... И что и требовалось доказать, как говорится. Так, смотрите просто, как много клёвых акций. Мне это очень нравится. Давайте посмотрим шансы вообще. Вот тут шансы нормальные. Это хорошие такие шансы. Давайте. Большие ящики, не подведите меня. Спасибо. Опа! Так, ребята, лайк, подписка. Секундочку. Так, лайк, подписка, колокольчик. Все это комментарий, да? Погнали. Что и требовалось доказать. Болею. Ладно. Да, вот болею, записываю для вас ролик. Опять болею. Во второй раз за 2 месяца. Еще есть большие ящики. Может, шанс. Уже сегодня за Джеки будем играть. Я понял вас. Давайте Джеки на удачу поставим. Так. И давайте покрутим какого-нибудь Легу. Какого-нибудь вот ворона. Ворона хочу. Во. Все. Давайте, не подведите меня, мегаящик. И вы меня не подведите. Лайк, подписка на канал. Я очень жду и хочу, чтобы у меня сбылась мечта. 50 подписчиков. Давайте. Я понял. Сейчас тогда вернусь. Выполняю немного квестики. Проходить квесты лень. Вот. Маленький ящик открываем. И большой. Можете посмотреть мои предыдущие ролики. Ну а на этом все. Всем спасибо. Всем пока. 4 апрека.